фильм на библейские мотивы снятый. Это фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы». Да, угу. Замечательный фильм. Это великий фильм, и он снят колоссально. Причем настолько, что актер, будучи неверующим человеком, который играл роль Христа в процессе съемок, и позже стал верующим человеком. Есть другие классные христианские фильмы. «Бог не умер». Трилогия mm-hmm. тоже очень интересная. Есть исторические, ну, с библейскими мотивами, например, Иуда Бен-Гур, Кво Вадис, куда идешь? Вот «Страсти Христова» — любимая сцена, можно сказать, и не только моя, я думаю. На этом, к этому весь фильм и подводит. Когда идет истязание Иисуса Христа, распятие. Очень реалистично. Очень, очень, да. Очень и натурализм многие, такой. Очень, да. И многие критиковали Мел Гибсона за то, что слишком, слишком все это натурально. Мне почему-то кажется, что было, может быть, даже и похлеще того, как показано. Ну, потому что в Исаии написано, что лик его, лик Иисуса Христа, его тело было обезображено паче всякого человека. То есть да, его мучили больше, чем кого-либо за историю. Да,